как ровно по кристаллу. Да, там как, можем его переехать? Нет! Смотри, что творится. На, получай. Смотри, двумя стреляет. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру в танки. Давайте у нас осада. Так, броня, пушка, двигатель. Усилитель, повысить. Так, ничего нет у нас этого. Так, этот танк мы пока купить не можем. И играем с этим танком. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ох, танк какой тоже неплохой. Давай едем, посмотрим. Вау, тихо. На тебе, гад. Подбил меня. О, ну не подбил, ударил по чину. Ладно. Так, а первый танк уничтожен. Смотрим. Едем. Так, нифига, этот огромный такой танк. Так, а ну-ка, можем мы его переехать? Нет. Смотри, что творится. На, получай. Смотри, двумя стреляет. Так, а я другой подбил танк. Да. Ладненько. Играем дальше. Ага. Приключения, ну давай попробуем. Ну а что, получается, денег совсем нету, что ли? Надо нам как-то зарабатывать денежку. Ладно, идем дальше, едем. Так, отправляемся. Давай. Сейчас надо будет хотя бы один, хотя бы два танка подбить. На, ух ты, мимо. Так, а ну-ка назад. Тихо. Ё-моё, смотри какой-то, а. Так, он тут, ох ты, монетку я заполучил. О, давай, он перевернулся как раз. Хорошо, сейчас мы его подобьем. Есть, еще одна монетка. Так, всего лишь две монетки. Так, а ну-ка давай. Опа, есть, еще один танк подбили, нифига себе. Хорошо. Где там еще у нас танки? Давай посмотрим. У нас получается дуло никак не поворачивается. Ладненько. Фига там еще надо. О! Так, ладно, вижу я, куда попадать буду. Есть! Смотри, он сам себя, наверное, подбил, или нет? Или это я сделал, не понял. Здесь тактика нужна, смотри. Тихо. Ё-моё. Так, нет. Ай-яй-яй. Так, а ну-ка. Подожди, стрелок. На, подбил его. Ух ты, это что такое? Нифига себе. Легион. Ё-моё, смотри, какой-то танк идет на нас. Так, а ну-ка. Есть. Тихо, нифига. Тихо. Ты чё, с ума сошел? Не знаю. О, да, я его подбил, ребята. Офигеть, это был босс. Сколько монеток? 8 монеток я получил. И продвижение по службе у меня, ребятушки, младший капрал. Угу. Хоть и младший, но зато капрал. Хорошо. Играем дальше. Так, а что тут можно усилить? Давай усилить. А, повысить уровень. Нет, давай что-нибудь усилим. Так, а ну-ка, уровень. Мы ничего не можем усилить. Давай хотя бы... Так, сколько? 11 монет, как раз можно... А чего здесь это 10 написано? Этот танк мы купить не можем. Ой, какие дорогие танки. Ладно, не будем с этим что-то делать. С коброй. Как все увидеть, как все усилить. Ну, давай, смотри, усилить. 25 штучек. А нету самоцветов. Купи самоцветы и можешь себе что-нибудь потом купить. Хорошо. Пока будем с этим танком. Посмотрим, как там его сейчас улучшать будем. Так, где у нас тут чего? Где противник? А, вот он едет уже. Ух ты, на! Ух ты, с одного раза, прикинь. Но, ух ты, тихо. Ой, бомбы, они сейчас взрываться будут. Фига. Так, тихо. Надо здесь... А, давай попробуем. Ой, нет, далеко слишком стреляет. Слишком далеко. О, я даже что-то подняться не могу, прикинь. На, подбили. Смотри, а здесь удобно стоять. Сейчас этот подъедет. Ах, нифига он хитрый, а. Ты чё такой хитрый, а? На, получай, еще один удар. Есть. О, нет, бомбочка. А, взорвалась. Ладно. Моей кобре ничего не сделалось. Она мне сильная крепкая броня. Крепкая броня, да. Ух ты. Опять этот кидает свои вот эти штуки. На, взорвись со мной. Есть. Еще, ребята, монетку. О, опять этот едет. Монстр. Удар грома. Офигеть.
Ёшки-пашки. Так, как же его? Ах, ё-моё. Так, так, тихо-тихо-тихо-тихо, давай-давай, стреляй. О, нормально. Тихо-тихо, тут хитрость нужна. Есть! Подбили, нифига, сколько монет, кучу мне дали. Ай, как хорошо. 8 монет, ребята. Повышение, продвижение, уже капрал. Нормально. Вообще неплохо. Угу. Повышено у меня все здесь. Так, это что такое? Крыша. Так, а что у нас здесь можно еще улучшить? Нифига себе. Чтобы поменять цвет, это будет стоить 1000 монет. А это 2000. Ну, куда-нибудь, может быть, я куплю это все, ребята. Так, броня, пушка, двигатель. А, вот оно потихонечку, да, повышается? Ну, ладно. Усилитель. Так, тут ничего такого нет, поэтому можно даже смотреть. Ладненько, отправляемся дальше в путь. О, в пустыне мы сейчас. Так, кто там против меня? О, вертолетчики. Вертолетчики появились, нифига себе. На, ух ты, какой ты мощный, а. Слушай. Вот, еще один, еще один. Ах ты, мимо. Ё-моё, так и не перевернись, слушай, дружище. Дружище-то. Ох ты, ё-моё, сколько вертолетчиков-то. Это я сейчас против вертолетов, да? Есть, один подбил. Так, сейчас этот подобьем. Еее. Одна монетка всего лишь. Так, этот чувак, смотри, поднимается. Мы сейчас его здесь будем ждать. А ну-ка. Ах, мимо. Мимо. Есть. Есть, уничтожили. Так, хорошо. Замечательно, ребятушки. Так, отправляемся дальше, смотрим, что там еще будет ехать. Ой, так страшно, на самом деле. Мне кажется, у меня такой нераскрученный, так сказать, танк. Ух ты, ух ты, ух ты, хитрюга, смотри. Нифига он там перевернулся, бедолага. На, получи. Ух ты, смотри, я даже в него не попадаю. А, я его убил. Ой, какой-то кнут, смотри. Ё-моё, вообще. Так, назад сдаем. Сдаем. Ух ты, я не могу сдать назад, прикинь. Ох, нифига у него какие эти бомбы. Тихо, тихо, тихо. Тихо, давай, 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 вперед, вперед. Так, что там у нас? Ну-ка, кнута. Как дела? На, получи. О, смотри, они отскакивают. Ой-ой-ой, только не взорвитесь. Нет, нет. О, есть, есть, я выиграл. Замечательно, замечательно. 8 монет я получил. Это очень даже хорошо. Капрал. Ух ты, меня повысили до капрала, ребята. Это очень даже неплохо. Идем дальше. Так, 27 монет у нас. Так, также мы эту можем купить. А, найти нужно в сундуке. А где сундуки? А вот сундуки, ребята, два сундука у нас. Давайте откроем. Так, ну почему? Написано вот два. Сундук и два. Значит, два сундука. Где они? Так, понятно, эпические монеты. Понятно. А где сундуки-то? Алло. Так, и подписка, самоцветы, монеты. Это все за деньги. Типа, и возьми, иди купи. А где же обычные сундуки? Ладно, здесь сундуков нет. Как бы я не нашел сундуки здесь. Так, ладно, отправляемся дальше, что ли? Ну, поехали. Поехали дальше смотреть. Ага. Нам предлагают продолжить путь свой. Интересно. Напишите в комментарии, как вообще вы играли в эту игру. Как в нее играть. На... Подожди, господи, не туда нажимаю. Так, автоматчик. О, этот самый. О, он уехал, улетел. На, есть один удар. Так, сейчас еще. Ух ты. Тихо-тихо, только не переверни, смотри. Опа, есть, отбили мы ему крышу. Тихо-тихо-тихо. А, ё-моё, так нельзя. Так нельзя вставать. Во. Монетку мы получили. 30 монет у нас всего лишь. Да, монет немного, но... Я думаю, мы накопим побольше монеточек. Ох ты, это что такое вообще? На, получи. Монетка. Платят что-то вообще мало. По монетке. Это что такое вообще? Что за скотство такое? Одну монетку давать. За танк. Ох ты, тихо-тихо-тихо. На, еще один удар. Да ё-моё, давай-давай-давай. Так, это слишком высоко. Так, а он меня вообще попадает или нет? Я не могу понять. Так, все, убили. Получили монетку. Ой, нифига себе, кто это? Бомбардир. Ё-моё. Нифига мне дали. Такого... ой-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 
Давай, 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 попади, попади в него. Нифига себе. На. Давай, 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 давай. Ух ты, а тут ехать уже некуда. Ладно, едем вперед. Есть. Ударчик. Сейчас он поедет вперед. И мы его клацаем. Есть, есть еще. Не успели, ребята, не успели. Ну, сейчас будем ждать, когда он прилетит. Вот, летит, 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 летит. И мы еще один раз, еще один удар. И есть, готов. Ох, ну за него-то можно было больше монет дать-то. Что там, одна монетка всего лишь. Вот такая вот игрушка. Интересно, а вот это не сундуки ли, ребята? Это сундуки. Вон где они прячутся. Так, повысили уровень кобры. Еще что-то такое тут интересное. Хорошо, и еще два сундука. Открываем сундуки. Смотрим. Ага. Что-то... Ну, обычный танк, новый обычный танк. Да ну, Титан, смотри. Мы открыли новый танк. Так, открываем другой сундук, третий. Что мы там получаем? О, мы Титан свой улучшили. Хорошо. Так, подожди. Так, это не то. Где у нас... Подожди. Вот. Наш ангар. А, у нас есть Титан. А где Титан? Вы мне дали, но... Подожди. Это что такое? Повысить кобра, ремонтный комплект, повысить уровень. Давайте повысим. Уровень повышен. Так, что еще? Повысить уровень. Ох. Вот этот танк. Сейчас поедем на этом танке мощном. Посмотрим. Ох, нифига, на Луне что ли? Ну да, ребята. Ну, смотрите, на Земле атомная бомба типа взорвалась. Ну а что они, конечно, они воюют постоянно. О, тут смотри, два танка. Сразу. Так, один готов, второй тоже. Так, опять-таки две монетки. Ох, нифига у него какая лазерная пушка. Тихо, тихо, тихо. Все, готов. Едем дальше, смотрим, кто там будет еще. Кто же у нас там босс, интересно, еще будет. О! Тихо, 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 тихо. На, подбили. Ой, так, а ну-ка. Ё-моё, смотри, что он делает. Так, отходим назад. Фига, я сейчас перевернусь нафиг. Давай уже переворачивайся, господи. Хочешь перевернуться, переворачивайся. Раз, да, есть. Так, и у нас едет... Ох, какой легион, какой танк, смотри, а. Ё-моё, так, давай. О, у нас ремкомплект есть, давайте используем. Ремкомплект, есть. Сейчас отремонтируемся как раз. Хотя... В принципе, он не сильно, мне кажется, и сложный. Танк этот. Да ё-моё, поворачивайся. Так, смотри, какая ситуация. На, получай. Три монеты сразу. Вот это я понимаю, да. Босс. Босс так босс. Три монетки нам дали. Повысили до сержанта. Ай, как долго до капитана. Ой, как долго до генерала, то есть я хотел сказать. Идти. Но, в принципе, неплохо. Вот такая вот, ребятушки, игрушка. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем играть в нее. А так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч!